Согласно сообщениям украинских СМИ, в здание прокуратуры одного из районов Киева ворвались неизвестные с палками и бейсбольными битами. Группа людей избила прокурора. Нападавшие требовали от него написать заявление об увольнении, а также отказаться от поддержки гособвинения по уголовному производству. Пострадавшего прокурора госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. После этого нападавшие устроили погром в нескольких кабинетах и украли компьютерное оборудование. По факту данного преступления открыто уголовное производство.